привет, дорогие друзья, на связи Кастя, Юрч, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это GTA 5 онлайн с рубрикой «Спуск без тормозов с огромной дуги». Здорово, ребята, всем. Что ж, ребятки, в этой рубрике мы с вами достаем из рандома тачки из реальной жизни, разгоняемся и начинаем наш, в общем-то, путь торможения по вот этой огромной прямой, которая уходит туда далеко в горизонт. Здесь всего 395 вот таких панелей, ребята, и в конце ворота 400 баллов. Разумеется, чем дальше мы, ребят, проедем, тормозя двигателем, тем больше баллов пишем себе на счет. Будет прикольно, посмотрим на новые тачки, если попадутся читы, будет еще круче, потому что, ну, как минимум, половина из них доезжает до конца, а таких машин очень мало. Что ж, друзья, обязательно прожмите лайк, поддержите данный ролик и напишите позитивный комментарий. Допустим, как у вас сегодня настроение? У меня вроде все хорошо, я выспался наконец-то, не считая пёселя, который меня в 6 утра поднял. Но это нормальный день, как говорится. Другого уже, как говорится, и не этот, и не будет. А что ж, давай с тобой начинать. Посмотрим, что у нас сегодня получится. И первая тачка, которая мне попалась, это какая-то Subaru. А у тебя первая тачка, это Porsche. А что ж, ребят, чиповка стандартная равняется 30%, то есть этого достаточно для того, чтобы разгоняться на дуге. Но на максималку это не особо влияет, ребята. То есть влияет только на разгон. Что это было? Так, ладно, ребят, приземлились второй раз. Я даже не знаю, что это было, я просто газ нажал. А, у меня она немножко наперед, короче, этот... Глюет, так сказать. А, так, ладно, что за БРЗшка, что будет по максималке? Максималка 630, на самом деле машина, ну, ниже среднего. Так, поехали. На стрелках, ребят, мы отпускаем газ полностью. И, в общем-то, вот, как вы видите, тормозим двигателем. Так, тебя я там еще даже не вижу. Машина у меня, конечно же, такая себе. Внешне, кстати, в RX и Subaru неплохо смотрится. Хотя старая, классическая, все-таки поприкольнее, мне кажется. 600, похоже, чем у меня. Я по накату добрался до 65 баллов, что в целом, ребята, пойдет. Почему бы и нет? Давайте я тачку удалю. Мне Димон. Кажется, 60 будет у меня. Так, 65. Возьмешь, не возьмешь? Может, и возьмешь. И взял. Боевая ничья, да. Отлично. Да, да. Porsche тоже неплохо справился, ребята. Что ж, ребят, окей, по нашим правилам, кто дальше добирается, тот спавнит 3 тачки. У нас боевая ничья, поэтому по 3 тачки будет и у тебя, и у меня. Там маленький прикольный. Ну а чё бы нет, пускай будет. А вдруг поедет. Потому что в гору как бы поднималась маленькая эрко-тачка. Так, Москвидоний. И третья тачка какая будет по итогу? У тебя Маканчик. Чит. Да. Чё? Нет, не чит, к сожалению. Так, Москвидоний точно не поедет. Супра, мне интересно. Она, конечно, прикольная, заряженная внешне, но, к сожалению, ребята, машинка не такая хорошая, поэтому не будем ее брать. Просто давай BMW М5. Попробуем, полетим. Кстати, есть такой же чит М5, прям один в один. Он кривой, косой, толком не едет, но, ребята, у него максималка хорошая, и я думаю, он бы доехал прям очень неплохо. А так 647. Тогда еду очень неплохо. У тебя он вроде быстро тормозит, насколько я помню. 641. Это 500. Не показатель. 500? Да. Ема. Очень плохо. Еще плюс тяжелая тачка, то что... Да, такое себе, ребята. Я думаю, что наконец-то я буду дальше. И немало баллов, возможно, плюсом пойдет. 40. Далеко не самая плохая тачка, ребята, была тачка, которая брала 35. Так, у меня 65 сейчас. Ну, 25 плюсом. Нормально. А что ж, друзья, окей. Я наконец-то вырываю победу, хотя 20 баллов, 25 даже там разницы не дает. Да, у тебя еще одна машина есть, будет только 2. Я был дальше, у меня 3. Так, и у тебя какая-то неинтересная тоже следующая тачка. Ну, у меня тут все понятно, да, ребят, Кран Викторию, конечно же, я буду брать. 405-й это ПЖО, скорее всего, который мне не интересен. Так, ну давай, у тебя есть ускоряшка, после стрелок ты имеешь право ее прожать один раз. Поэтому посмотрим, сколько маврики себя выжмет. А я могу на разгоне или где угодно? Ну, на разгоне можешь нажать, а после стрелок еще один раз за тобой как бы есть. Разгон ни в счет не идет, короче. Я лучше бы не нажимал, он меня остановился на разгоне. Ну да, есть такое. 1045, братан. 540? 540 плюс ускоряшка. Ну, на самом деле, Маверик далеко не самая интересная машина, у которой есть реактивный двигатель. Он по накату прям едет, ну, так, да. Слабовато, да. Но если сотку возьмешь, уже будет неплохо. Я, в принципе, очень быстро теряю скорость. Даже с ускоряшкой, думаешь? Даже, думаю, с ускоряшкой. Ну, тогда печально, я чисто по накату еду, ребята, Краун Виктория, кстати, вот такая тачка была у полицейских в этот, в Америке, постоянно короче, в фильмах. Короче, остановился на 60 до 40 км в час,
прожал ускоряшку и разогнался до 140. И взял по итогу сколько? 75. До сотки не дотянул. Ну да, Маверик, ребята, непосредственная машина. А что ж, у меня Гранд Виктория неплохо прокатилась, и это аж целых 270 баллов в копилку. Поэтому пока лучшая тачка за сегодня. Да. Так, ладно, я еще увеличил отрыв, и если так будет продолжаться, то отыграться будет максимально сложно. Краун, ёпа-мать, вот эта хреновина считается. И вот такая хреновина, слушай, это что, Мустанг? А моя предыдущая считается? А это браулер, нет, вроде стандартная. Вроде стандартная. Так. Что у тебя еще будет? Давайте посмотрим. У меня Соренто какая-то. Соренто неинтересна. Газ, конечно же, не поедет. Что то говно, что Сио говно. Ну, знаешь, у меня, в принципе, не лучше. Ламба даже, наверное, побыстрее, пободрее будет. Ну, давайте посмотрим. Внедорожник такой Соренто. Давай, да, попробуем. Так, ну, я думаю, не поедет. А, язык заплетается сегодня, кстати. Вот что я заметил. Такое себе дело. Так. Выпей воды. Кстати, хорошая идея. Может, после чая это реально вяжет. Так, 650. Все, полетели. 520. Ну, такое, если честно, я думал, у тебя машина будет пободрей. Такой интересный Соренто. Вживую, кстати, не видел вроде как его. Просто у него жопа похожа чем-то на чит Мустанг наш. Электро, который. Не-не-не-не. Так, 65. У тебя что там? 45. Понимаю. Что-то у тебя сегодня прям по овощам. Победные тачки. Бахнул святого источника, теперь продолжаем. Как говорится, зарядился. Какой юрач теперь у нас? Да-да-да. Так, вагон, Кент Вёрт. Блин, вот это, конечно... Астон Мартон и... Да... Сирота. Так, вот эта штука вроде не едет, это не тот самый Кент Вёрт, поэтому вагон, но вагон, ребята, автомобиль непосредственный, там сидит рядом он Патрик, и, судя по его выражению, надо поддать газу. Тихо-т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 их
Патрик Гермович? Да. Или... Ёб твою мать, едь ты нормально, вагон! Ну, либо так. 7 сотен, короче, в итоге я смог разогнать. 560. Он мог ехать и 900, ребята, но сами видели, его удержать было максимально сложно. Хотя далеко он вроде как не доезжал. Патрик даже не улыбнулся просто. Сама безмятежность, я понял. И маты медленно. Ок. 50. 50. Так, у меня 80. Хотел на Патрика посмотреть, там он слишком низко сидит. Блин, сидит такой себе вообще довольный. Понимаю, 80 у меня, вагон как бы прибыл. Так, ну слушай, с таким дропом как бы далеко не уедешь. Это я про тебя. Лимузин пришел. Да я знаю, что я сделаю-то? Попроси рандом, Хабер считается тоже ужас. Кстати, байки, блин. А байки из Реала тоже считаем, если они попадаются. Хотя бывает это довольно-таки редко. У тебя Acura NSX, не факт, что ты доедешь до конца. Машинка, потому что может цепляться. Так, а у меня бесшумная Ferrari Pista, вроде та самая. Писта. Так. Глиста. Ну, глиста не глиста, но... 1200 с копейками. О, братан, скорость вообще не 630. Теряется. 630. Это 400, это та самая. Я тебя понял. Все, улит ЕМА скорости просто, ребят. Давайте вот так сделаю на уровне, чтобы циферки было видно. ЕМА просто летит. Чтоб ты понимал, я пролетаю 250, скорость еще 900. Да. Че у тебя там? 55. Что ж, красивая, ребята, тачка, прикольная, быстрая, изи, конечно же, экстра баллы. 736 при ударе в ворота, это одна из самых быстрых тачек, давайте мы ее добавим, чтобы, может быть, разместить на превьюху, потому что не так часто эта тачка попадается. Это, кстати, одна из самых лучших летающих машин также. Добавь лучше мою Акуру, она вон 55 проехала по итогу. Акура была, кстати, уже на превьюшке и, как говорится, недолго, потому что не поехала. Так, ну, теперь это побить практически нереально. Там баллы просто космические. Так, джип какой-то, да, неинтересный, GLE или GLS. Я просто знаю, что я тоже на EZTZ сейчас. У тебя, кстати, возможно, неплохой агрегат.
У меня полицейский джип, это может быть AirMod, а может быть новый чит. Если честно, пока не проедешь, не узнаешь. У тебя, кстати, неплохой вроде по разгону, если это тот. 500, 600, 700. Да, это тот. 800, 900, 1100. У меня, видать, новый чит, 1240. Емаличу. Погоня просто. Mm-hmm. Погоня, 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 погоня. Емать ты. Ёпста. Ты как, об что и зачем? Что? Да. Мне цепанулась как-то тачка. В центре прям трассы? Да. Я помню, мне как-то писали, что машина не может цепануться в центре трассы. Я прям снял, как ты в сторону отлетал. Но ты явно не от цифр летел. И что по итогу, сколько было? Ну, типа, я разогнался на ту же скорость, где я и, получается, отлетел. И вот сейчас пока еду. Ну, слабо. А ты скорость замерял, что ли? Ну, я же вижу, что происходит у меня на мониторе. Так, ну мне ты интересно. Я до конца доеду. Да. Это вторая тачка подряд. Ну, видимо, тоже. В запасе у меня 140, чтобы ты понимал. Но я тебя очень быстро догонял. Очень быстро догонял. Поэтому... Даже интересно, что будет у тебя. Не такой прям сильный запас. Да, ну очень тяжело, но по кропалечку едет. Слушай, мне кажется, он не доезжал до финиша. Я предлагаю переехать, просто посмотреть, чтобы все было по чесноку. И ну, я заодно с тобой прокачусь вместе. Да, давай. Что ж, ребята, я думаю, что вы будете согласны, что такую тачку нужно проверить, потому что это потенциально, возможно, новая, ну не чит-тачка, но новая тачка, которая доедет до конца. Таких машин не так уж и много. Просто мне попадался вариант с этими, с багажом на крыше. И матрясется все. И мне больше всего интересно, чем ты ударился, потому что у тебя вроде там ничего нету. Не считай я то, сам что не понял. Движок подвеска как прижимается, стучит. Может... Но... Ну, знаешь, я типа грузил вторым эту трассу, может у меня как-то, знаешь, забагалось. Ну не знаю, в тот раз ты где-то вот здесь отлетел уже, на 180. На 170. Там... Да. Ну типа у меня скорость уже падает. То есть сейчас в запасе 400 всего. Угу. Так. Ну нет, ты, видать, перегазовал через Ешку, когда разгонялся возможно, второй возможно, раз. Возможно, возможно, да, возможно, да. Да, скорее всего, перегазовал. Там же, ну, не обычная же скорость, которая была там. Ну, да, да, да. 300. Ну, слушай, ну, в любом случае, хорошо. Я, получается, когда со второго раза ехал, он мне где-то 350 брал, а здесь, получается, чуть хуже. Ну, около 300, грубо говоря. Ну, чуть да. Перегазовал. Да, перегазовал, видать. Но все равно, 295, ребята, это очень хорошо для этой тачки. Будем иметь в виду, что Ниссанчик все-таки могет. Да? Но, как минимум, ребята, машины хорошие у нас сегодня есть, поэтому продолжаем спаун, еще будет несколько заездов. Вопрос, что по... Ёпа-мать, это что за консервная банка? Так, у тебя, кстати, неплохо первая тачка. Так, у меня Брабус отличный, Дош, возможно, хороший. И чит, скажи мне. А это не чит, это та херня на больших колесах, блин. А я уже обрадовался. Ну, у меня, на самом деле, ребята, все отлично. И я... Неожиданно для всех возьму гелик. Да. Хотя у меня все тачки были быстрые под капотами. А что ж, окей. Сколько будет у тебя сейчас, мы тоже узнаем. Гелик, ребята, заряженный. Вот они то. Серьезно, сколько едешь? 620. Понимаю. Ну, кстати, гелик не особо быстрее, кстати. 600 на стрелках. Чуть-чуть быстрее тебя буду. Там 3 шестерочки прям видел. Было даже. Брабус что-то понимаю. Тоже не особо поехал, гелик. Так, 50-55 у тебя вообще слабо. 55 я беру, да. А что за тачка? А, ну, 822 вроде какая. Ну, это не суперфаст же вроде. Или суперфаст. 812 это суперфаст, да, это значит старый. А 65 у меня, гелик Брабус, возможно, надо было брать дождь, понимаю. А что ж, ребята, буквально еще два заезда, наверное, мы сделаем, если так по времени смотреть. Поэтому давайте посмотрим на тачки, и дроп у меня неоднозначный. Я поеду на Корвете, Корвет далеко не самая идеальная тачка. У тебя Форд Капри, возможно, хороший, и, кстати, неплохой вполне гелик. Так, гелик ты и берешь. У меня не по, кстати, у нас вот есть вот два таких корвета. Один просто нереально быстрый по накату, а второй, блин, вообще не едет. И при этом они внешне все равно имеют отличие. А какое отличие, я так и до сих пор и понять не могу. О, вот это скорости. Да, неплохо едешь. Но я тебя преследую прям. 900. 950, чтобы ты понимал, но ты уходишь, у меня скорость быстрее теряется.
Но, ребята, видимо, как да. говорится, не говори гоп. После 300 км в час, как правило, машина начинает тормозить. Держись правей. А тут у меня скатывайся как. Я левее держусь. Тут главное сейчас рассинхрон не поймать. Ну ты чуть дальше по накату будешь. Хотя у нас было такое, что вроде машина сзади, которая едет, начинает не догонять, а по итогу по накату дальше едет. Но, к сожалению, я уже приехал. 165, скорее всего, моя остановка. Да, я вижу тебя. Так, все, да, 165 у меня, неплохо. Давайте прокатимся. А, 175 тоже, да. Я думал, может, еще чуть-чуть проедешь. Ну, 10 баллов ты наконец-то выиграл. Почему бы и нет? Как говорится, под робу даже придраться не к чему. Последний раунд, заключительный, финальный. Две машинки будет у меня, Астон Мартин. И вторая, где считается. Думаешь, он едет? Говно. Вот и я того же мнения. У тебя еще одна тачка есть. Так, а ты кто такой? Почему? Ты уверен? Ну, она неплохая. Так может, у тебя лучше что-то упадет. Тем более, это вроде не та Volvo. Точно не будешь спать третью тачку? Все. Ну, поехали, ладно. Как говорится, давай, хозяин барин. Не хочешь, так не хочешь. А вдруг там какой-нибудь магнум бы упал. Ну да ладно. Так, Астон Мартин. Ну, винтейдж, который мне достался, он, конечно, интересный, но далеко не самый быстрый, поэтому да. Баллов 60 возьму, 500? Будет уже неплохо для этой машины. 600 у меня это тоже. Не тот. 130. Тот быстрый, чтобы ты понимал, 60-ка, у тебя 90. Да. А я тебе предлагал. Заспауни третью тачку. Ничего страшного. Ну подожди, сейчас. Я 60 если возьму. Все, я беру 60, это как бы. Это то, чего я и хотел. Даже не доедешь, да? А теперь чисто ради интереса, что бы мне выпало третьим. Ну давай. Ну, не кстати, лучше. Да, говно, скорее всего, не лучше. Это Линкольн вроде. А что ж, ребята, такая серия прикольно получилась. Сегодня у нас аж две тачки были на финише. Это полицейский джип Чирок и непосредственно еще какой-то новый чит. А это, вернее, не новая, старый Феррари Писта, которая прикольная. Но, тем не менее, Феррари была с огромным запасом. Пишите в комментариях, какая тачка больше всем понравилась, ребята. Вот такая серия получилась. Всем спасибо и всем пока. Всем пока, ребят.